кадры, которые показал CNN, но до этого прочту вам слова директора ФБК Ивана Жданова. Он сообщает, что сейчас гроб вынесут из катафалка, откроют крышку гроба, родные попрощаются. Гроб опускают, после чего все люди смогут подойти и бросить горсть земли. То, собственно, ради чего это огромное количество людей пришло на кладбище Борисовское. Давайте посмотрим, что мы сейчас видим там. Это кадры трансляции. Минуты его выносят гроб. Вот появились кадры, как выносят гроб из катафалка, висит его фотографии, крест, и сам гроб переносят на территорию Борисовского кладбища в уже выкопанную могилу, которая находится очень близко к въезду. Вы сейчас видите эти кадры вживую. Люди кричат: Людмиле Навальной, спасибо вам за силу. Людмила Навальная и Анатолий Навальный идут за гробом Алексея. Сейчас мы видим, как родственников запускают на территории кладбища. Сейчас самые близкие родители, а потом близкие друзья смогут попрощаться с Алексеем Навальным в последний раз. Thank you.
Анатолий Навальный прощается с сыном Алексеем, который, напомню, 16 февраля был убит в колонии в Харпе. Мама Алексея Навального, Людмила Ивановна Навальная, прощается с сыном. Итак, вы видели кадры трансляции похорон
Алексея Навального. Семья в эти минуты попрощалась с Алексеем, лицо его было закрыто. Хочется напомнить, что Алексей Навальный – это политик номер один, оппозиционер номер один, человек, на чьем оптимизме и вере в политическое и гражданское будущее России держались, в том числе, мне кажется, и все мы. И именно он говорил, что Россия будет счастливой, что нельзя сдаваться. И вот в эти минуты, мне кажется, нужно еще раз себе напомнить, что не сдаваться, что Россия будет счастливой, что нужно что-то делать. И ни в коей мере не дать вот этой гибели, этой убийству Алексея Навального остаться неотомщенным, что ли. Сейчас мы возвращаемся в трансляцию. Кадры последний кадр с Алексеем Навальным, который мы увидим с вами, потому что после чего он будет похоронен, и эти кадры навсегда останутся исторической хроникой.